Всем приветики. Посмотрите на эту комнату внимательно. Что в ней необычного? Вроде бы все в порядке. Ну а теперь... Вот это вот реально круто. Я прям балдею от этой лампы. То, что можно выбрать цвет. Раз и все такое красное. Выбрать яркость можно выбрать, можно сделать темнее. Или вот такой вот типа ночничок светлее. Можно выбрать вообще разную подсветку. Она будет меняться. Сама по себе я даже ничего не делаю. Либо какой-то определенный цвет, который больше всего нравится. Розовый, например, где он там, вот. Все такое розовенькое, такое армиленькое, все такое. Ну, либо обычный желтый. Вот темнее его сделать. В таком свете камера ничего не видит, но глаз видит. Такие легкие очертания предметов, как бы. Ну, то есть такое, я не знаю. Хотя камера тоже плохо она видит, но глаз лучше видит. Вот. Либо вообще сделать яркой, максимально яркой. Вот это максимум. И вообще такое неплохое освещение. Честно говоря, мне эта лампа очень нравится. Очень нравится. Вот ее пультик. И можно прямо вообще раз, и она синяя, раз, и она желтая. То есть вообще максимально удобно. Ты можешь, сидя за столом, менять цвет лампы, яркость. Можешь вообще выключить ее. Либо включить. Это максимально удобно. Я вот пока... Я вкрутил ее сюда, вверх. И пробовал все функции. И пока я пробовал эти функции, я получил реальное удовольствие от того, насколько это круто. Потому что я впервые пользуюсь такими высокими технологиями. И меня это очень порадовало. Очень. И прям вообще классно. Я доволен своей покупкой. Она мне очень нравится. Прям... Когда я все это испробовал, вот, и я испытал прямо какую-то радость такую вот, прямо такое вот, какое-то вот наполнило душу какой-то такой вот, прям, я не знаю, как это передать, ну, такое, радость какая-то, такое вот счастье какое-то небольшое, правда, оно быстро прошло, эти моменты, они обычно быстро проходят радости, но, тем не менее, такое было, я прям порадовался за такую крутую покупку. И мне это очень нравится. Такая вот штука. Я еще хочу пригласить родственников и типа поприкала, посмотреть, как они отреагируют. Есть так вот. Вроде все нормально, мы сидим, общаемся, вдруг раз, оба, свет сменился. Какова будет реакция, типа? Вот это тоже мне интересно, что будет. Как они отреагируют, если... Ну, пульт-то у меня в руке, например, они же не знают, в чем дело. Я просто сижу, например, здесь, а человек напротив, вдруг я так аккуратненько раз... Вот интересно будет реакция. Что скажет на это человек? Ну вот такая вот штука. Вообще классная, удобная штука. А по поводу греется. Та лампа, которую я снимал, вот эта, она вообще была горячая, очень горячая. Та, которая в спальне была, первая, которую смотрел, она еле тепленькая. Эта, которую я снял, очень горячая. А это не знаю как. Надо будет потом посмотреть. А, кстати, на ней ватой не написано. Ни на коробке, ни на ней. Если на этой вот написаны ваты, и на той тоже написано. Где оно там? 12 ватт, видно, вот написано. И на той 15. То на этой вообще нигде не написано. Но светит она. Она. Ну, вот какая-то примерно. То есть, вот эта лампа 12 ватт примерно так же светит. То есть, где-то 10-12 ватт в ней. Вот. А греется или не греется, ну, могу сейчас потрогать. Так, сейчас мы потрогаем. Ну, довольно-таки, ого, так, даже и жжется. Да, греется довольно-таки. Но я надеюсь, ничего с ней не станет. Она же, наверное, рассчитана на работу, как бы, длительно, сколько там писали, 25 тысяч часов, поэтому, надеюсь, продержится. Вот такие дела. А на этом все. Всем покедова.